приехал в мастерскую, в гараж. Машину нужно будет мою немного отремонтировать, залить жидкостью два бака и посмотреть одну неисправность. Ну, в общем, ребята, вот так выглядит обыкновенный гараж, мастерская автомобильная в Иерусалиме. Сам первый раз здесь. Сейчас пойду искать мастера, хотя я приехал очень рано. Ладно, сейчас глянем. Nissan, Renault Dacia. Ну, вот так подвешена моя машина. Моя машина. Человек ремонтирует машину, механик. В общем, посмотрим, что там с машинами. Механик расскажет, я думаю. Видите, на таких стойках поднимаются машины. В принципе, все чисто. Масла нету. А что там с машиной моей? А? Что с машиной моей? Там меняют воду и проверяют течку. Все-таки пробит бак? Ну, что-то пробито там, наверное, не знаю. Но, а это надолго будет? Может быть. Понятно. Ну, в общем, вот так, ребята, видите, пока еще ничего не известно. В общем, придется ждать. Менял колеса. Этот парень жилистый, видите, целый день вот так крутит, вертит. Ну, надо любить свою работу, я думаю. Не, ну меня что удивляет, так это чистота . Я прошу прощения, а еще можно уровень масла проверить будет там, потому что непонятно. Хотя она была на типуле, но как-то так, когда типуль был не очень хороший. Спасибо. А можно посмотреть, что с ним? А, нельзя, я понял. Ага. Ну, в общем, видите, смотреть не разрешили, как ремонтируют машину. Ну, ладно. Эти машины в Израиле очень дорого стоят. Так, а это какой-то Мерседес. Чей это стоит? Кабриолет. Машина. Чисто, без масла, ничего не воняет. Thank you.
На электроскутер. Хочу отметить, что один час работы механика стоит 200-250 шекелей в час. Может, я где-то ошибся, то вы меня поправьте в комментариях. Машину отремонтировали. Можно ехать на работу. В общем, обычный сервис. Три марки автомобиля ремонтируют. Подписывайтесь здесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч!